Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис. Хотел бы у вас спросить, для чего вы себя убеждаете, что вы бедные, несчастные, что вам уже ничего не поможет? Вы можете понять одно, что все деньги, они у вас в голове, нищета, она у вас в голове. Пока вы ее оттуда не выкинете, пока вы не поменяете свое сознание, у вас не будет денег никогда. Вы привыкли так жить. Вы привыкли жить в нищете. Вы привыкли к тем словам. Я уже говорил их и повторял. Это уже не первое мое видео. Не было денег и нечего начинать. Не в деньгах счастье. А в чем счастье? Если вы счастливый человек, значит вы богатый человек. И не надо себе врать, что не в деньгах счастье. Вот задумайтесь и посмотрите на свою жизнь, как вы живете, как вы хотите заработать, если ваше убеждение не в деньгах счастье. Все сводится к тому, что все за деньги в этом мире. Деньги были всегда. Деньги придумали люди. Потому что раньше, как вы помните, в древних временах был обмен. То есть молоко меняли на гвозди, гвозди меняли на камни и так далее. Потом решили это все как-то, чтобы было попроще, придумали деньги. Вот, не в деньгах счастье, это не то слово, которое у вас должно быть. У вас должно быть на уме, когда вы встаете, что я счастливый и богатый. И еще одно. Если вы думаете о будущем, у вас тоже никогда не будет денег. Да, это уже доказано. Доказано всеми. Если вы думаете, вот через неделю я буду зарабатывать, вы не будете зарабатывать. Вы должны убеждать себя только в одном. Я зарабатываю, у меня все получается, я счастливый, я богатый. Конечно, может кто-то подумает, что я дурачок какой-то выступает у вас здесь, я его смотрю. Выключите камеру, то есть выключите видео, нажмите дизлайк и идите спокойно спать. Завтра у вас будет то же самое. Вы будете собирать копейки, вы будете жить от зарплаты до зарплаты. И пока у вас не будет просветления в голове, что все, мне это надоело, я хочу быть счастливым и богатым, вы будете ходить и нищебродить. И это будет так. И поверьте, и вы вспомните мои слова не раз. Вы будете ходить, жаловаться на всех, жаловаться на весь мир. У вас будет хандра. Вы будете просто такие отвратительные люди. Вы будете ставить мне дизлайки, вы будете мне писать плохие комментарии. Но мне насрать на это. Я счастливый и богатый. На этом я заканчиваю. Всем привет.